Мы, друзья, в продолжении хотели бы сейчас пригласить на эту сцену тоже человека статусного в звании, заслуженный работник культуры Республики Дагестан. Патимат Галимова на нашем празднике. И я уже слышу аплодисменты. Патимат, за что мы тебя любим, за твою обаятельную улыбку. Спасибо. Улыбаемся, улыбаемся и машем. Друзья, акушинка была сейчас. Я вот стояла в стороне и думала, что, как мне кажется, это самый легкий танец. Ритм поймал и пустился в пляс. Сколько лет живу в Дагестане, я лезгинку не научилась танцевать, а вот акушинку легко.
Давайте поаплодируем всем, кто умеет танцевать акушинку, кто ее любит и кто здесь танцевал на этой сцене. Нас мало, я так понимаю, потому что практически никто не аплодирует.